Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Понедельник, кровать, тапочки, ванна, лицо, вода, зеркало, глаз. Боже, как хочется спать. Ванна, лицо, понедельник, тапочки, глаз, кровать. Архангельская область, 7 апреля, погода, город Котлас. Температура воздуха минус 7. В течение дня облачно, возможен снег, ветер сильный. Плесецк удивит своих жителей резкими перепадами температуры. От минус 1 днем до минус 10 вечером. Возможен снег, ветер слабый. В Вельске температура воздуха минус 7. Пасмурно и небольшой снег. Ну а теперь, конечно, Архангельск. В понедельник в Архангельске довольно стабильно в плане погоды. Утром облачно, днем облачно и вечером облачно. Температура воздуха утром минус 5, днем минус 3 и сильный ветер вечером минус 9. В течение дня без осадков. Сейчас я исполню вам небольшой фрагмент из оперы «Волшебная флейта». Я самый ловкий птицелов, я молод, весел и здоров. Меня все знают, стар и млад, хоть я не знатен, не богат. Смотрите прогноз погоды на телеканале ПС.